Детки, правда, съели конфетки. Нет, даже конфеток им не дали после общения с нашим шоколадным. Шоколадно-кондитерским грантом покидают особую зону. Мы в числе первых счастливцев, которым посчастливилось вступить на неисхоженные земли, нехоженные земли, где не ступала еще нога одессита, потому что первым довелось потоптать ее гостю из столицы. Но ну что ж, посмотрим. Дайте прийти в себя. Ну как? Свет не бьет, здесь розовый, там серый. Ну как, чуть-чуть посвежее, конечно. А как осталось? Остались эти лесенки, не меньше там. Такое впечатление, что меньше. Надо посчитать, сколько их там, 190? Две. Две или семь? Я не помню, потому что уже было две. Ага. Ну так. Мы считали лестницы. Нет, сбились. Сколько спирали по дороге наши строители во время ремонта, а? А, они сказали? Фуникулер идет уже. Ага, где? А вон там я вижу. А, уже? О, ой, ой, а какая у нас табличка? Ну, на века. Мисс Колорадове. А где я? Бафо вижу. Проектом. За проектом Бафо. А! Ой, ой, какая недоработка. Ой, какая страшная, какое страшное упущение. А где же? Где мисс Колорадове? А под мудрым и чутким руководством? Нет! Нет! Ну все. Да. Да, это непростительный косяк. Мисской рады. Ну, это так. Заголи по заголям. Так, ну что, глянем, что там происходит. Ну, здесь явно еще никто не ходил. Так, это как бы уже... Так, вход в Стамбульский парк, я так понимаю. Так, говорят, даже видели фуникулёр. Кто-то даже видел. В действии работающий фуникулёр. Ну, вот, наверное. Ну, мы сейчас проверим.